Значит, в ресторанах кавказской кухни или в ресторанах, где гриль, есть салфетки мокрые в пачках. Они очень хорошо очищают пятна. На одежде, там, на брюках. Так хорошо помогают. В чистку отдашь, тебе испортят. Там тебе там изуродуют. Здесь тебе не так погладят. Две стрелки тебе сделают обязательно в какой-нибудь чистке. И так хорошо. Я так приспособился. Поэтому я советую. Вот идите в рестораны, где эти, где жирное мясо, там подают рыбу. Всегда есть салфетки. Все, до свидания, химчистка. Так чисто и красиво все. Быстро. Не надо время тратить, идти, ехать куда-то, сдавать что-то там, нервничать. За там 3-4 дня там, тебе эту вещь испортили. Нашел выход из положения.